И о переименовании полиции. Уже существующих структур, типа ГИБДД, ГАИ. Я честно скажу, я не поднимала этот закон, но мои ребята мне сказали, что вычитали там некоторые аббревиатуры из новых должностей. Я вам зачитаю, я не буду сознательно ругаться, я просто зачитаю аббревиатуры. Зачитаете аббревиатуры новых подразделений, название новых подразделений, да? Подразделения старые, название новые. Название, хорошо. ПУПС, ПИЗДЮН. Как-как? ПИЗДЮН, полицейский инспектор защиты детства и юношества. Простите, правда, сочиняла не я. Полицейский инспектор дорожного регулирования, пидор. И государственная единая инспекция, геи. Как? Государственная единая инспекция геи. Я, конечно, надеюсь, что это не так, но ходят в социальных сетях, правда, такой миф. Вот хочется верить, что это миф, и если это так, может быть, имеет смысл подумать и пока не поздно что-то другое придумать. Вы простите, если мой вопрос некорректен. Я первый раз слышу такую аббревиатуру. В принципе, эти слова известны. То, что так называются подразделения правоохранительные ведомства, это, конечно, необычно. Но